цепи, закрутить торцы. Не совсем. Но. Сразу, блядь, вес приобретает. Блять, тут такая же залупа с этим ебаным. Это тоже болт. Но он, по крайней мере, тут торчит. Может, даже с первого раза подойдет? Может быть, оно еще пойдет. Я не думаю, что это принципиально важно. Да ладно. Серьезно? Thank you.
автобуса Питера заезжать есть? Или там блоков нету? Чё? Я говорю, у них получается водитель до автобуса Питера на каждый месяц будет ехать? Или с этим блоком в автобусе Питера нет? Есть, блядь. Причем с доставкой что-то там 2-3 дня, блядь. Ой, я и говорю, что не ходите. То есть они могли бы, слышишь, даже в автопитере заказать, блядь, навариться. Даже накинуть, навариться, блядь, по сути, нихуя не сделать, блядь. И это было бы быстро. А они там, я хуй знает, пешком, походу, блядь, идут. Растворитель, да, конечно, есть. Так, тут у меня шайба, потом стоп на кольцо. Да, блядь, я люблю смазку, нахуй, я люблю смазывать. Мне не жалко, нахуй. Лучше я, блядь, больше намажу, блядь, и мне порвется пыльник, и оно там, блядь, живое останется. И потом опять вот это все, блядь, перепидорашу. Вон, Юрец, две канистры. А баночка? Так, это можно забирать? Шо, ёбочка! Мать его за ногу. Это твоя? Поньк. Селю. Еще сверху нахуякаем. А, смерть. А, мы с тобой вчера типос это видели на Дастере, блядь, затюнингованного наглухо. Да, кувалдой, нет, с колуном. Тремя навигаторами, с бурятником, с мотоблоком. Боюсь представить, что у него в багажнике. Да хуй ты, не так поработал. Блять, проблема в том, что я не помню, так или так. А чё, если сейчас фотографии поднять, то поди, наверное, можно и увидеть. Ну это ж надо фотографии поднимать. Как же метод научного тыка? Вот почему хорошо. Фотографировать. Почему плохо-то? Это же хорошо. Может, это плохо, нет? Ты не рассматривал такой вариант развития? Взял и посмотрел. Какие. Второй блинкомом. Не так красиво получилось. Бери. У! Пойдем. Легко. Обойдет. Откуда? Нет, куда ее принести надо? Юрик крутится на крутку. Ты можешь войти.
Я не знаю, здесь не было прокладки. Прям как пелюшечка. Ёбаный герметик. Слышишь? И вот чё вот он сидит, орёт, да, блядь, чё ему надо? Кот! Что-то хочет, а чё не знает. Ну чё, да, меня уже не держат ноги. Я полвосьмого нахуй. На. Оно может быть так, вот это, да. Чё, болты-то, блядь, пиздатые. Это еще, блядь, советские, наверное. Извини, Ира, туда. Пальчика. А там тело, вот это во что вкручивается? Какого? В пластик? Андрюха, выдашь один болтик? Блядь. Ёбаный в рот. Нихуя себе эти саморезы надо менять. Поднимай. Какие саморезы у меня? А вон, закрутил, они вылезли нахуй. Вот здесь до крайних. Так ты их не дотянул. Просто это такая, блядь, тяжелая хрень. И что? Ну этот пластик выдержит. Ну в который ты крутишь болт? Девственности набор. Девственный прям. Кузьмич, ёпте. Кстати, неплохой инструмент. Лишил девственности набор. Вообще ни разу не было. Давай тут маслом обольем, чтобы работал инструмент.
перегнуться, запихать это кольцо. Надо вот этот край, Юра, вот этот край вот так и... Вот так его ёбну? Ёбнуть, да. Дека. Чик, всего лишь-то нужны были тиски. Ты знаешь, как ни странно, это очень важная хуйня для гаража. Да ну, реально. Знаешь, у меня в Печоре не было в гараже дисков. Ну, блядь, вот так вот. Они у меня были только в сарае, блядь. Токарник стоял, а этот нет? Нет, а диски были только в сарае, блядь. А чё? Слышишь, надо, знаешь, что сделать? Вот это внутреннее, да? Все правильно? Чтобы одинаково было. Да, оно одинаковое, все правильно. Ну, как-то... Ну и зачем ее поднимать? Не надо? Нет. Тут единственное, надо было бы это... Наконечники какие-то, то ли выточить, то ли чего. Они же, кстати, были. Ну, сзади есть. Ну, там один штука. Сюда надо такую рукоятку сделать, когда дождь хуячит, нет, регулировать. Я Котик! Вот здесь больше не да? Нет, он, блядь, такой плюшевый стал. А шерсть у него, вот это менялось конкретно. Бля, а не было там никакой шайбы? Я не видел. Просто она получается. Сразу подшипник упирается. А, ну на внутреннюю обойму прямо давить. Интересно. Ну иди какое-нибудь кольцо. Да не было в том-то и дело. Я даже, бля, по схеме могу посмотреть. Ну, идет крышка, потом гайка, блядь, потом стопорное кольцо и подшипник. Четыре элемента. Раз, два, три и четыре. Ну, если так, тогда да. Ну, что-то ты погорячился. Там на 17. На себя изоленты.
Ну, чтобы корпус не почпокать, я и садок сидел. Велариба и Велобаджи, помнишь? Нет, ну ты раньше рассказывай. Рекламу. Реклама Фейри, блядь, что, не помнишь? Ну, я еще и рекламу помнить должен. Ну, блядь, это типа школьные времена. Я хуй знает. Чё, тогда тоже не смотрел телевизор? Я по рекламе, знаешь, как-то не прикалываюсь. Вот развал-то после этого движения делать. Ясен, красен. Ну ты там так вот на грубую-то фиксанул? Ну я сейчас, блядь, надо это, старые взять тяги. И по ним выкрутить, чтобы... А то я, блядь, поеду, у меня вот так колеса, блядь. Темным лесом. Не, ну а чё, товарищи, я вам скажу, блядь. Солидол, ёпты, блядь! Просто ахтунг. $68 она стоит. Новая рейка? Да. Замечательно. А запчастюль на сколько? Бля, ну по факту получается на 4200. Я надеюсь, я эту поеботину сдам. 63700 стоит. А, ну там еще, блядь, пару резинок там туда-сюда, ну пусть 500 рублей еще накинь, там, ну пусть 5, грубо. Ремкомплект купил за 4200, через 2 дня он уже стоил 10. А что за ерунда? Ну, блядь, понимаешь, это такая хуйня, которая там, блядь, годами лежит, нахуй никому не нужна. Хуяк ее кто-то купил, блядь, ну, динамика какая-то появилась. Давайте накидывать, блядь. А вось кто-нибудь еще, блядь, купит. Причем, я думаю, что вероятнее всего, что хуй кто купит, блядь. Так, ради прикола мониторь, сколько цена будет, то падать. Да хуй его знает. Да ну, прикалываешься. Люблю новенькие, блядь, запчастюльки. А как ты относишься, Юрец, к новеньким запчастюлькам? С тревогой. С тревогой? Это означает, что я что-то меняю.
А если я что-то меняю, то это сломано. Блять. А тут же придется с монетами пыльнить. Пылинки какие-то, блять. Пиздец. Вроде, блять, мог. А отверстия такие, что я ебёшь. Вроде как все немецкое. Ну ладно, будем надеяться, втянется. Хуй знает, блять, как теперь это все выставить. Потому что это надо делать, блять, с одетым пыльником. Посчитать количество витков. Ты синий? Да ладно, кто ее? Кто-то ее. Кто-то ее. Просто не сделал. Такой, слышь, выдал Юрику, Юрикин уже, блядь, Мазотова. Бля-бля-бля-бля-бля. Обычно все наоборот. Обычно там... Еще набивать? Да ну куда? Чтобы пыльник прорвало. Понятно. Там, да ибо не сраки за этой, блядь, мазотой. Ну надо вторую одинку тоже проверять. Потому что здесь может, блядь, быть полная, блядь, а там может быть сухая. Редко, блядь, такие попадаются запчасти. Но это, блядь, как ни странно. Вроде, блядь, сделано в Германии, блядь. Походу, да. Причем свок, блядь. Так, сейчас сегодня в концов покажу. Ну да.
тоже полная. Блять, прям удивительно. Не, ну а чё? Слышь, смотри, для 8-то лет. А наконечник-то вообще еще довольно прям тугой. И пыльник, смотри, прям вообще даже нет, никаких поползновений нет. Ты это меняешь, да? Ну, само собой. Бля, Юра, хуйня. Она будет соскальзывать. Вот надо широкую, короче, да, действительно изоленту, чтобы вот так получилось. Да, чтобы она там продавила. Да. И мотай, получается, знаешь как? Получается, с заходами. Да, на края. На края, да, это надо... Не, да зачем смат? А, срезать. Не, опять не то получается. Да. Что, оно? Ну, да. Более-менее? Давай так же. Ну, этот дальний край можно еще перекинуть. Перепутал правую с левой.
Так, что-то какая-то непонятная хуйня. Допустим, блядь, от края до сюда 35,2, да? Можешь я рисую? Что, блядь, тяги что ли не такие? Да ну нахуй. Где моя? Слушай, да я здесь такие 4 саморезы без шайбы лежали, не видел? Невероятно, блядь. То это будет, конечно, пизда, блядь.